Самарцы смогут принять участие в оценке реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году в рамках проекта в регионе благоустроят 141 общественную и 314 дворовых территорий. А в Самаре начнутся работы по обновлению парков «Молодежный», «Воронежские озера», сквера имени Куйбышева, сквера у ЗАГСа на улице Сергея Лозова в Управленческом и сквера на Ташкентской. Ссылку на опрос можно найти в телеграм-канале главы города Елены Лапушкиной, которая призывает жителей не оставаться в стороне. Не останавливая трамваи. В Самаре идет перекладка водопроводной линии под трамвайными путями на улице Клинической. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». На улице протяженностью 22 метра меняют трубопровод, который задействован в холодном водоснабжении. Однако отключение потребителей не планируется. Подача воды в многоквартирные дома идет в штатном режиме. Завершить перекладку и благоустроить территорию должны до конца недели. Департамент городского хозяйства и экологии Самары поделился фотографиями уборки снега на улице Юридической в лучах весеннего солнца. Показал обработку проезжей части противогололедными материалами на улице Ташкентской и откачку талых вод на проспекте Карла Маркса. Лекторий «Самара культурная» соберет слушателей 29 марта на Вилоновской, 30. Молодые люди встретятся с деятелями культуры, чтобы узнать о творческих профессиях и особенностях работы в театре, библиотеке и музейном комплексе. По итогам лекции участники смогут задать вопросы выступающим, вступить в дискуссию и сделать памятное фото. Об этом рассказывает в своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко. Ребята из поселка Зубчининовка, аэропорт 2 и Восточный написали письма и нарисовали рисунки в поддержку солдат, которые сегодня выполняют долг перед страной, демонстрируя мужество и героизм. Им важна поддержка, теплые слова и пожелания, сообщает в телеграм-канале администрация Кировского района Самары.